Актуальны мікрафон. Мінскі гарадскі цэнтр здароўя адзначыў 100-гадовы юбілей. Урачыстасці з нагоды гэтага юбілею прайшлі літаральна 2 дні таму. Якраз падчас гэтых урачыстасцей і была агучана цікавая ідэя цэнтра, маштабны прафілактычны праект «Мінск – здаровы горад». Ён атрымоўвае новы напрамак – гэта постковідная работа і падрыхтоўка праграм аздараўлення для мінчан. Ідэі цікавыя, і таму мы сёння запрасілі на эфір актуальнага мікрафона кіраўніка Мінска гарадскога цэнтра здароўя Сніжану Каврыга. Дзень добры, Сніжана Вікторовна. Добры дзень. Вначале наши поздравления вашему центру. Спасибо большое. 100 лет. Вот белый даже подсчет такой. Это значит, центр был создан в 1921 году. Да. Скажите, вот немножко истории, как все начиналось? Вы знаете, вот, да, дата просто прекрасная. Я тоже, когда разговаривала с моими сотрудниками, с нашими гостями, которые пришли к нам на день рождения, можно так сказать, потому что оно прошло очень душевно, по-доброму, и много было поздравлений, конечно, и от всех ведомств, на самом деле, с которыми мы сотрудничали и раньше, и будем продолжать сотрудничать. И такая вот теплая, хорошая атмосфера. Началось все, да, в 1921 году, вот 27 ноября, это было воскресенье, состоялось торжественное открытие Дома санитарного просвещения. Это был единственный вот такой дом санитарного просвещения в Беларуси. Сегодня, через 100 лет, это опять же единственный наш городской центр здоровья, который, вот, скажем так, прожил 100 лет, потому что было много на самом деле, было и, ну, понятно, война, да, военное время, восстановление, тоже разные периоды. В свое время, в 90-е годы, все-таки были организованы и дома санитарного просвещения, городские центры здоровья были в каждом регионе. Вот, ну, прошло время, и в 2004 году все дома санитарного просвещения были, скажем так, переименованы в центры здоровья и вошли в структуру вот санитарной службы и стали отделами общественного здоровья. Только Минский городской вот наш центр остался вот существовать. Поэтому сейчас он тоже через 100 лет является единственным в Республике Беларусь. Минский. Скажите, пожалуйста, центр. Какие-то традиции есть у центра? Конечно. За эти 100 лет? Да, конечно. Это работа с населением. Мы открыты всегда, да, то есть в любой момент любой желающий представитель и гость столицы и минчанин может прийти в наш дом, там, он всегда открыт. Вот, конечно, пока постковидные, да, все вопросы и ковид, он внес определенные моменты, но все же мы открыты, мы готовы каждому на безвозмездной основе помочь абсолютно по всем вопросам, да, и даже в этот период ковида тоже у нас работает городская линия профилактики вот ковидной инфекции, где любой желающий может задать. А кто работает на этой линии? Какие специалисты? Как правило, это психолог, вот, которая вот с 8:30 до 18 часов принимает целый день звонки. А вот ваш масштабный проект вы тогда озвучили на торжествах Минздоровья года. Город, он будет новое направление получать. Какое направление? И он ведь, этот проект у вас реализуется с какого года? Где-то с 2013, если не ошибаюсь. Если говорить про масштабный проект, да, «Минздоровый город», это инициатива Всемирной организации здравоохранения под названием «Здоровые города и поселки». Вообще сама инициатива реализуется с 1989 года. И вот уже на протяжении более 30 лет она идет по всему миру. И буквально, ну, скажем так, что мы готовились к этому проекту. В частности, я как специалист, как врач-валеолог с 2013 года постепенно начала разрабатывать какие-то шаги вместе с нашим центром по подготовке вот этого глобального широкомасштабного проекта, который у нас сейчас реализуется. Основная задача была постепенно охватить целевые группы населения, начиная от мала, да, до велика, как я говорю. С 2007 года центр
реализует проекты и для школьников, и для старшеклассников. С 2013 года мы подключили группу высших учебных заведений и среднеспециальных учебных заведений, начали работать уже на уровне министерств, то есть это подчинение вуза, да, Министерства образования, и вместе с Министерством здравоохранения вот такой масштабный проект реализуется с 2013 года. Если говорить про работающее население, мы также реализуем ряд проектов и с заводами, да, и там это тоже очень вот, актуально. Вот, кстати, смс-вопрос пришел. Я знаю этих людей, они приходили к нам на завод. Ой, как очень приятно, да. Мы еще придем. Да, мы придем обязательно. На самом деле люди очень отзывчивые. Ну, вот можно сказать, что основа этой работы у вас профилактическая. Конечно, да. Это изучение каких-то определенных таких, скажем так, аспектов здорового образа жизни и, скажем так, да, общение с людьми. Я очень, на самом деле, люблю живое вот общение с человеком. Мне всегда говорят, вот там, Снежана Викторовна, какой сценарий, а как там будет? Я говорю, знаете, я не могу вам сказать, как оно будет, потому что всегда ты оцениваешь, смотришь, что интересно данной конкретной аудитории. Если ты идешь там к школьникам, ты смотришь, что-то вот зацепилось вот одно вот это, да, направление, там что-то, допустим, с репродуктивной какой-то направлением каким-то. Если мы выходим к работающим, да, они порой там мамы собираются и начинают спрашивать какие-то моменты по поводу там каких-то, может быть, зависимостей. Очень много вопросов по поводу профилактики стресса, на самом деле, если мы с вами вот тем говорим... Тем более сейчас. Да-да-да, и вот я плавно подхожу вот к вашему, да, вопросу. То есть в следующем году мы будем наш проект направлять еще в эту вот, ну, струю, скажем так, постковидных различных моментов. Мы активно работаем с Московским центром профилактики. Буквально в этом году я тоже с специалистами выезжала к нашим коллегам. Вот мы на прямой связи, на самом деле. Там очень много тоже наработок, как и у нас. Поэтому обмен идет опытом, и я думаю, что... Но в следующем году вот в наш план мероприятий комплексный по реализации проекта «Здоровый город» мы конкретно распишем какие-то определенные моменты. А вот что вы вкладываете конкретно вот в этот термин «постковидная работа»? Это что может быть на встречах с людьми? Вы знаете, самое, ну, как ни банально звучит, но все-таки здоровый образ жизни – это вот тот фундамент, который на самом деле он незыблем, да, то есть если человек, в каком бы он ни был состоянии, болеет, переболел или там в состоянии предболезни, все-таки введение основных аспектов ЗОЖа, оно будет поддерживать здоровье, поэтому здесь и правильное питание, и дозированные правильные физические нагрузки, опять же, психологическая поддержка, то есть тайм-менеджмент, да, как, то есть четкое какое-то ведение режима дня, потому что вот эта хаотичность, большой поток информации, который тоже нужен. Разной информации добавим еще. Да, и... Мы и говорим о том, что специалист, да, он может донести правильную информацию, не я считаю, а... Или я прочитал он, где-то, вот да, так вот. Да, а здесь именно ссылка на конкретные источники, проверенные, то есть информации, чтобы донести качественную, правильную информацию. Потому что сейчас мы тоже сталкиваемся, и когда и с молодежью работаем, да, с учащимися, они говорят, мы и там прочитали, и здесь огромный поток, и он, конечно, оставляет определенные следы, ну вот и на нервную систему в том числе. А вот целевая аудитория будет разная? Конечно, у нас Минздоровый город, он, в принципе, рассчитан абсолютно на все группы населения. И основная задача – это объединение всех горожан для того, чтобы получить, вот, ну, скажем так, город, ну, здоровья. Потому что здесь направления абсолютно разные. Это и инфраструктура, это и физическая активность. Вот когда пришел ковид, у нас определенный пошел одно направление из этой профилактики ковида. Это и профилактика ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний. Отдельно идет профилактика неинфекционных заболеваний. То есть это работа абсолютно всех ведомств, горосполкома. Это тесное сотрудничество. И нужно сказать и отметить,
отметить, что предложения в план реализации проекта дают абсолютно все. И порой подсказывают нам, да, ну вот как кураторам проекта, где сделать на что упор. И здесь идет и городское планирование в том числе. То есть что актуально сейчас для населения. Нам важно, на самом деле, обратная связь. Это вот такой проект двустороннего общения между нами, да, специалистами и самим населением. И здесь еще и привлечение, может быть, какой-то из сфер бизнеса, да, то есть чтобы мы объединялись и получали наилучшие условия для наших минчан. Скажите, какие специалисты работают в центре? Вот вы назвали психологов, а кто еще? И кого вы привлекаете, или только своими силами, силами специалистов центра? В центре здоровья работают врачи по медицинской профилактике, врачи-валеологи, гигиенисты. У нас работают психолог. У нас есть еще отдельно редакционно-издательский отдел, вот, который функционирует. Кстати, сильный очень отдел. Сильный, да. Отдел, да. У нас есть и пресс-секретарь, и дизайнер есть, и редактор, вот, которые готовят вот, информационные материалы. На самом деле у нас огромные тиражи, вот, по любой тематики здорового образа жизни. Вот поэтому, да. Вот хотела вам задать вопрос, но меня опередил слушатель. Вакцинации, о ней сейчас кто только не говорит, и разное говорят. Есть против прививок, конечно, есть люди. Скажите, пожалуйста, вот все-таки как нужно подходить с этим вопросом? Вы подходите с этим вопросом к людям? Вы знаете, буквально 2 недели назад мы запустили проект совместно с санитарной службой города и комитетом по здравоохранению, называется «Вакцина для жизни». И мы сейчас и с волонтерами медицинского университета выходим в высшие учебные заведения и отвечаем на разные абсолютно вопросы. И вот вопрос, да, там, прививаться, не прививаться, чем и прочее, это, вы знаете, всегда это индивидуальный подход. Я все-таки как специалист хочу сказать первое, что если вы не соблюдаете определенные просто правила, да, то есть вы не следите за своим здоровьем, не укрепляете иммунитет, то, ну, ждать вот стопроцентного какого-то результата, это на самом деле немножечко от странно. От вакцины, да? От любой деятельности, от любой, да? Да. То есть можно и сделать прививку, но при этом, извините, не мыть руки, да, и открывать полностью все наши слизистые для встречи с другим вирусом. Ведь мы забываем о том, что респираторные инфекции никуда не деваются. Да, ковид бушует, понятно, там 4-я волна идет на спад, но ведь сезонные тоже никто не убрал от инфекции. И вы знаете, в прошлом году мы пришли к тому, что в разы упало распространение вирусных инфекций, в частности гриппа. Почему? Потому что люди стали элементарно, ну, обрабатывать, руки мыть, да, где-то масочку надели, допустим, в каком-то, ну, в общественном месте, да. Поэтому это никто не отменяет. Если мы будем с вами четко, да, вот работать слаженно на самом деле. И если есть вопросы, всегда говорю, задавайте, не надо стесняться. Можно позвонить нам на горячую линию Центра здоровья. Можно вот выйти, мы в рамках проекта выходим в вузы, куда-то написать даже на сайт санитарной службы. Можно задать вопрос. Обращайтесь, мы всегда рады помочь. Снежана Викторовна, я вот от себя, в общем-то, лично задам такой вопрос, который меня вот все время интересует. Вспоминала моя бабушка, она застала еще учебу в дореволюционной гимназии. Она говорила, 2 главных предмета – это был закон Божий и гигиена. Потом она училась уже в гимназии, как говорится, в советское время после революции. То же самое, гигиене уделялось большое внимание. Люди, которые учились в советской школе, помнят девочек-санитарок через плечо, с повязочками, да, сумочками. Да, проверяли руки, чистые ли руки и так далее и тому подобное. Сегодня так массово-то не наблюдается. Почему вот это так? Может быть, ну, немножко другая стала у нас жизнь, у нас, может быть, немного по-другому стали подходить с точки зрения болезней, инфекций. Ну вот почему вот нет такого вот пристального внимания к вопросам санитарии и гигиены?
Вы знаете, сейчас я хочу сказать, что не то, что хуже или там лучше, просто по-другому. Дело в том, что постоянно человек проходит какие-то моменты, ну, скажем так, усовершенствования, модернизации и, ну, развивается. И сейчас мы делаем упор больше на то, что это индивидуальная работа, да, то есть человек должен работать сам над собой, потому что мы не можем, к сожалению, ну, за ставить, каждому следить, за каждым, тем более есть только руководство. Прикрепить, да, специалиста, который бы следил, как. Опять же, это и расхолаживает человека, поэтому здесь самоконтроль, да, за своим здоровьем, да, потому что это сохранение, ну, твоего организма, ну, целостности. Вот, поэтому, ну, здесь важны вот такие вот моменты. Так, я знаю, что вас посещали специалисты Всемирной организации здравоохранения, да, были в вашем центре. На что они обратили внимание? И вообще, какие диалоги были? Что они вам посоветовали? Может, что-то так решили помочь в чем-то? В 2019 году, когда мы готовили вот, ну, масштабную нашу тоже программу «Минздоровый город», к нам нас посетили специалисты Всемирной организации здравоохранения, которые курируют этот, да, проект в, скажем так, во всем мире. И отметили, что, говорят, у вас на самом деле очень дружелюбные люди, говорят, и ваша вот эта инициатива объединения города, она вот специфична. Говорят, потому что, в принципе, если рассматривать и другие города, да, здоровые во всем мире, там немножечко другие направления, то есть там где-то объединение малых сообществ или некоторых там групп, а у нас основная задача – это объединение абсолютно всех. И вот они сказали, что вот в этом у вас, говорит, и особенность. То есть вот это вот, ну, пошло на ура. А вот интересно, вы с ними держите связь? Конечно, конечно, да. Сейчас, и по каким вот вопросам? Есть же какие-то, конечно, может, такие вопросы целевые, где надо вот, ну, обязательно их консультация? Ну, не сказать, чтобы вот прям нужна консультация, здесь больше по организационным неким моментам, потому что вообще здоровые города – это такая собственная инициатива каждого конкретного города, да, и мы просто можем какие-то вопросы задать в рамках, допустим, взаимодействия столиц, да, стран, поэтому здесь, да, они нас консультируют, какие-то моменты подсказывают, вот, поэтому, да. Вот смс-вопрос пришел. Вижу в городе много бигбордов, пишет, с, вот, с посылом о том, чтобы занимались здоровым образом жизни, правильно питались. Это ваших рук дело? Да, это на самом деле разрабатывают специалисты нашего редакционно-издательского отдела. Я тоже рассматриваю эти моменты, санитарная служба, да, комитет по здравоохранению. Вот, но я как главный внештатный специалист комитета по формированию здорового образа жизни, ну, как бы тоже даю свои определенные рекомендации. Ну вот наши слушатели спрашивают, вот лично вы что вкладываете в понятие ЗОЖ, здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни – это самосовершенствование над собой. Я вот так отвечу, если я так для себя. А если разложить? Если разложить, ну, конечно, это элементарные аспекты, это и правильное питание, правильная физическая активность, это режим дня должен быть четкий от и до, хотя некоторые говорят, что, ну, это сложно, на самом деле нет. Но в крупном мегаполисе это сложновато, конечно. Сложновато начать, но я всегда говорю, если начнешь, то в течение 3 недель нужно просто перетерпеть вот этот период, и уже потом выработается правильная привычка. Опять же, особенно видимо, ложиться спать и вставать. Вот это важно очень, да, в этой ситуации. Конечно, в этой ситуации, да. Но опять же, и прием пищи тоже, чтобы он был как-то какой-то четкий, да, и питьевой режим правильный. Опять же, и закаливание должно быть, и тренировка иммунитета, и витаминопрофилактика, и стрессоустойчивость, если мы с вами говорим про работу в мегаполисе, потому что, ну, опять же, информирование, как я говорю, каждый день у нас идет огромная обработка информации. В общем, вот спрашиваю, дайте мне алгоритм ЗОЖ для среднестатистического минчанина. Ну, первое, значит, должен быть позитив.
Потому что без правильного настроя нервной системы все остальное будет разгерметизировано и не даст того результата, который мы, как специалисты, врачи-валеологи, в это вкладываем. То есть первое, должен быть позитив и вера, что у вас все получится. Второе, опять же... То есть психологический настрой. Да, это, ну, я считаю, что это, на самом деле, это важно, это, ну, одно из приоритетов. Дальше, посмотреть, что вы едите, да, какое у вас питание. Физическая активность ежедневная. Опять же, посмотреть свое окружение. Если есть люди, которые вас, скажем так, выводят, да, в из равновесия. Как теперь говорят, токсичные, да? Токсичные, да, можно и так сказать. Значит, ограничить с ними общение. Найдите источник позитива для себя. Окружение, рабочий день, да, рабочая обстановка. Оглянитесь, что вокруг, какие цвета, потому что буквально вот недавно мы и говорили о тематике влияния цвета на человека, ведь наши зрительные анализаторы, они тоже важны, тактильные какие-то моменты, да, то есть там, если есть возможность завести зверюшку какую-то дом, это тоже очень хорошо, потому что порой люди приходят там, ну, взвинченные, я говорю, вы заведите себе кого-нибудь дома. Котика, да, ну, тактильность, да, вот я говорю именно вот эти вещи. Опять же, мелкая моторика, то есть надо разряжать себя, если такое насыщенное, у нас у всех насыщенные трудовые дни, значит, вечером какой-то релакс там на 20-30 минут, можно порисовать, можно повышивать, да, может там, я не знаю, детям, допустим. Снежана, да. Викторовна, очень активный слушатель, вот смс третий, смс-вопрос шлет. Угу. А слово «лень» есть... в алгоритме ЗОЖ. Полениться можно, спрашивать? Можно, конечно. Есть, если говорить про питание, есть такие загрузочные даже дни, читмилы, когда в один из дней недели человек просто релаксирует и употребляет там все, что хочет. Вот, но я вам хочу сказать, что если на самом деле человек в принципе, ну, если говорить про питание, потому что я больше в этой области специализируюсь, если человек привык к правильному рациону в течение определенного периода времени, то он сильную загрузку себе не сделает. То есть, ну, организм уже это просто не примет и скажет, это не мое. Лениться можно, но нужен определенный какой-то вот момент. Как говорят, и там плакать. Поплачь 3 минуты, забудь, успокойся и живи дальше. Ну, я вот так утрирую, конечно. Ну, можно петь еще, да? Петь, конечно, да. Можно. Пением заниматься. Да, петь, танцевать, конечно, все это плюс, потому что, ну, надо за... вот, хорошо. Спрашивают, да. А когда работать? А работа должна быть в радость, понимаете? Если мы будем с вами ограничивать вот в это время работа, а вот надо, я вам еще раз говорю, да, конечно, мы большой период времени проводим на работе. Сделайте свое рабочее место вот таким, чтобы оно было у вас позитивом, вот, и чтобы вы, наоборот, насыщались, да, эмоциями, энергией, позитивом, приходили радостные домой. В общем-то, совершенно простые правила. Просто надо их соблюдать и, да, не забывать. Есть у вас еще вот очень интересная работа. Вы идете в студенческие аудитории, идете в столичные наши вузы, и у вас там развернута программа такая по принципу «равный обучает равного». Что это такое? Да, совершенно верно. «Равный равного» — это обучение студента студентам. Если сейчас говорить, в принципе, вот о проекте «Вакцина для жизни», который буквально недавно стартовал, у нас на базе медицинского университета подготовлены волонтеры-студенты, которые обучены определенным моментам, связанным с ковидной инфекцией, с вакцинацией, и, ну, скажем так, это подготовлены специалистами самого университета, врачами-эпидемиологами, вот, и данные вот волонтерские отряды выходят в высшие учебные заведения и выступают, консультируют студентов. Вообще сама методика, она у нас используется довольно-таки давно. Мы, как Центр здоровья, разрабатывали проект «Мой стиль жизни сегодня, мое здоровье и успех завтра». Вот по этой методике готовили на базе определенного университета лидеров своеобразных групп, которые бы работали потом по цепи с остальными студентами. Поэтому эта инициатива вот реализуется, и она очень нравится, ну, студенческой молодежи. Ну, правильно,
Вот СМС-вопрос, давайте сразу ответим. Меня зовут Светлана, у меня такой вопрос. Только что переболела коронавирусом. Через какое время можно вакцинироваться? Спасибо. Я так думаю, через месяцев 6, да? Вы знаете, все, ну, нужно эти вопросы задавать вашему лечащему врачу. Почему? Потому что на самом деле различные течения, и я не могу вам прямо вот сейчас рассказать, потому что, ну, ответить на этот вопрос, я не вижу ни анализов человека, как проходило заболевание, да, возможно, какие-то постковидные моменты, но, в принципе, вопрос был, когда вакцинироваться, да. Разрешают, ну, через месяц-полтора, поэтому здесь надо смотреть на состояние здоровья. Вопрос вот как раз касается тематики ковида. Вопрос, как профилактика против вот этой страшной инфекции для детей? Вот пока прививки детям не делают, вот как ребеночка уберечь и маленького, и школьника? Вот спрашивает наш слушатель. Ну, в первую очередь, научить мыть руки. Это самое важное, потому что еще в период, понятно, до ковида, это был самый важный такой момент, когда мы выходим тоже в детский садик и говорим, ну, расскажи, как ты, когда ты моешь руки. Это вот сразу понятно, кто кого приучил, ребеночка или нет. То есть показать мы моем руки, обработка. Да? Да, да, то есть обработка рук. Гигиена. Гигиена это всегда важно. Если есть возможность масочку одеть, почему нет? Смотреть, опять же, проявление. Да? То есть, если там ребеночек немножечко приболел, значит, укрепляем иммунитет. Витаминопрофилактика, опять же, правильное питание, посмотреть рацион, что ест. Опять же, сезонные какие-то овощи и фрукты. То есть нужно укреплять иммунитет, как бы это банально ни звучало. А еще вот сейчас, очень... извините, угу. Сейчас начинаются елки, но дети же пойдут на эти елочные торжества, массовые мероприятия. Вот здесь как быть? Опять же, та же профилактика. Смотреть, но научись сказать, смотри, если там у ребеночка рядом есть насморк, то ты можешь просто поздороваться, не надо там бежать прямо. Да? Ну, не сказать, чтобы, понимаете, детям на самом деле это сложно, да, вот прям вот маску надеть и все-таки дышать. Здесь больше дистанцирования. То есть научись сказать, да, бывают какие-то, ну, у кого-то насморк, кто-то приболел. Я думаю, что просто родителям надо быть самим очень-очень внимательными. Конкретно такой вот вопрос. Вот можно ли посещать общественные библиотеки в данный период? Тут женщина пожилого возраста говорит, для нас это отдушина прийти в библиотеку, почитать хорошую книгу. Стоит ли, есть ли какой-то риск заразиться? Вы знаете, я думаю, нет. Жить тоже рискованно, как говорят. Да, только в бункере можно спастись, и то. И то вопрос, да. Поэтому здесь, да, соблюдая элементарные правила, да, то есть обработка рук, дистанцирование, маска. Вот, не кушать в библиотеке, да, ну, то есть, как бы, да, маска, если есть возможность надеть, все может. Вот еще такой вопрос. Ваша гостья оговорилась, что она специалист по питанию. Да. Скажите, вот действительно столько диет в мире существует. Я помню, как-то насчитала, для себя выбирала диету, так и не выбрала. Угу. Только от японцев, наверное, диет 40. Угу. Вот какую диету для нас, для славян, ну такая оптимальная диета может быть? Если говорить, в принципе, о питании, это, опять же, индивидуальный подход. Диет много, ограничений тоже. Но в первую очередь нужно знать состояние вашего здоровья, да, то есть есть ли какие-то вопросы со стороны там, сердечно-сосудистой системы, почечные, эндокринные какие-то моменты. Это первое. Второе, новое направление – это разработка рационов по пищевой непереносимости данного конкретного организма, то есть делается анализ на пищевую непереносимость вас, к примеру, сдается кровь, как правило, из вены, и приходит определенный такой вот перечень продуктов, которые для вашего организма подходят, можно ежедневно употреблять, которые можно употреблять 2-3 раза в неделю, и красный список такой своеобразный, который продукты ферментативная система данного конкретного организма не воспринимает. Мне очень часто задают вопросы, а вот этот перечень из красных, ну, из красного, да, вот мясо, этого вот. Да? Нет, не мясо, а именно вот этого вот, ну, красный перечень продуктов, который не подходит. Да. Да. Может ли он перекочевать в там желтый или зеленый? Да, может, но это ограничение выставляется на полгода. То есть
Если говорить о белорусах, как правило, это в стоп-лист, да, продуктов входят те продукты, которые не выращиваются у нас, да, то есть, как правило, это тропические некоторые овощи, фрукты. Говорит о том, что у нас нету такого фермента, который поможет расщепить данный конкретный вот этот продукт. Бывает, что человек вроде бы хочет похудеть, никак не получается. Сдает анализ, а там не идут молочные продукты, творог. Или бананы не пьет. А бананы, как правило, у всех. Подходит. Вот спрашивают, а что же делать тогда с нашим белорусским салом? Вот такой юмор. А вы знаете, про сало я вам хочу сказать, что для волос, для ногтей, для кожи 30-40 грамм сала – это разрешено. В день. Поэтому это наш продукт на самом деле. И бывает порой даже, люди говорят, усталость какая-то. Советую, говорю, кусочек сала съешьте с хлебушком. И будет, как говорится, у вас и насыщение быстро. Но с хлебушком, не с картошкой, да? Конечно, да, тоже разделение должно быть. Но желательно, чтобы это было не каждый день, и это было не 300-400 грамм, неделю, а 30-40. Да, можно, конечно. Вот мы ответили на для вопрос. Для красоты, да. Есть вопросы у нас еще? Вопросов фактически конкретных нет, но очень масса вопросов. Заинтересовались вашим конкретным адресом, телефоном прямой линии, потому что хотелось бы обратиться к специалистам. И благодарят за то, что существует у нас такой центр, за то, что можно туда обратиться. Там действительно хорошие специалисты, как одна слушательница сказала. Я знаю, где он находится, и я туда обращаюсь. Спасибо, очень интересный собеседник. А можно еще ее раз пригласить на эфир? Так что придется прийти. Конечно, я буду очень рада. Я на самом деле хочу сказать, что наш центр активно работает со средствами массовой информации, потому что это, наверное, это один из важнейших источников на самом деле информирования населения. А у вас и прямая линия, тоже звонки есть, очень приятно. Ждем вашего адреса и телефона. Адреса, да. Минский городской центр здоровья находится по адресу с 1955 года. Это улица Кирова, 51. И наш телефон 327-54-14. Можно набирать, звонить, задавать. Давайте еще раз телефон назовем. 327-54-14. Я записала, потому что уверена, что потом к мне на рабочее место тоже будут звонить и спрашивать ваш телефон. Можно давать? Конечно. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо за приглашение. Время эфирное, видите, как быстро пробежало. Да. Слухачам нагадаю, что сегодня гостьей нашего актуального микрофона была кіраўнік Мінскага городского центра здоровья Сняжана Каурыга. Удачи вам, пожелаем. Спасибо. В ваших гуманных справах. Спасибо большое.